номер 4 сейчас пойдет. Ну, я понимаю, что он в меня примерно целиться должен. Привет, Тейлз. Но будет ли он падать прямо на меня через 5 кубиков или просто в мою сторону на шаг? В мою сторону на шаг там, то, возможно, это все упрощает. Я не понял, вот я там отпускал выстрел, и это вызвало какие-то нюансы управления. Стрелять там вообще противопоказано, и отпускать выстрел нет смысла. Это бонус уровень должен был бы быть, где ты прыгаешь по платформам, которые пропадают. Видимо, из-за того, что я отпустил ускорение и нажал на него, он чем-то выстрелил и почему-то провалился сквозь платформу. Или вроде того. Не знаю. Странно, короче. По сути, здесь и нет никакого ускорения, мне кажется, я только что сейчас понял, что я максимально высоко прыгаю просто с разбега, нет ускорения. Короче, я зря это делал, зря всю игру как в обычный Adventure Island играл. Будем переучивать. Что такое мякина? Что-то какой-то пшеницей связано. Просто я до глуха зерновых. Окей. Я помню, где-то слышу это слово. Thank you.
Я забыл, где эту секретку видел. Здесь может. Да, действительно. Ай, жизнь слишком резко появилась. Привет, Петросянчик. Оно у меня с начала недели. То есть это третий день. Давно или нет, не знаю. Достаточно недавно. Ты же заходил в ролик. Понял, Петросянчик, прощаю. Забавно, что через вот этот вот тентакль босса часто пульки пролетают. Дырявы немного. Кто меня научил стримить? Никто меня не научил, я сам учился. Кто мой вдохновитель? Ну, в плане вдохновления мне Наташа очень помогает. Но в плане, типа, из-за кого я стал стримить, таких отсутствует.
кого я смотрел до того, как начал стримить? Наверное, Пентака, но я не уверен. Я не уверен. Слишком много времени прошло. Надо просто смотреть на подписки. Пытаться понять. Пытаться вспомнить. Привстал. Аж привстал. Боксы этого чувака поражают иногда.
Как раз по треги и майку загадывают. Да, они тут в паре мест вот таких вот добавили. Ну надо же как-то добавить. Мы даже смотрели про регги фильм Боба Марли. Но что-то он как-то очень медленно шел, и не знаю, мы не смогли его до конца досмотреть. Как это возможно? Да, вроде. Привет, Роман. Да, Adventure Island. Супер Adventure Island, между прочим. Не какой-то там обычный, супер. Thank you.
У меня 7 жизней. Я надеюсь, я научусь убивать ласт-босса. Привет, Лаки. Как, послушал музыку? Опять грибы. Сегодня вопросы про грибы. Ай, по-моему, такое уже было. Назвался груздем, влезай в кузов. Чтоб тебя. И тут мистер Икс выходит. Ого. Лёха, зачитай что-нибудь. Это считается? Я при оружии с раннего детства. Это от смерти мои средства. Мама пластмассовый автомат купила. На день рождения подарила. Держи, Андрюха, не будь мудилой. Ну, надеюсь, что научусь.
Я думал, что он тут пробежит, и я смогу прыгнуть. Да, неудивительно. Если в вопросе было слово штамп, штамповка. Да я говорю, вообще похоже. Да. Спасибо за GG, Шмальхаузен. Все. Окей, все, вся игра. Да, да. Спасибо, Лаки. Игра. Я не знаю, на один раз, короче. Игра на один раз. На мой взгляд. Четвертой попытки мы прошли. Спасибо, Амкол, спасибо, Серегас. Привет, Радикович, привет. Серегас, не помню, здоровался или нет. Четвертой попытки. Даже титры какие-то куцы, посмотрите, я не успел записать, они уже закончились.